Я жил в большом доме. Этот дом был 4 уровней. Несколько спален. Кабинет. Кухня. Зал. Гараж. Подвал. Сауна, котельная. Все это перечислять уже трудно, не то что жить в этом. А сколько у них надо убираться? А сколько денег это все стоит? А сколько барахла там копится? Это бесконечное количество. Делаю это первый раз в жизни. Ну, молитесь своему Богу, господа. А я своему Павловичу. Мой дом – это целая планета. И никакой дворец в мире не станет больше моего дома. Потому что в моем доме есть такое количество дорог, крыш, деревьев, воды, воздуха, природы, людей, друзей, врагов. Ни в одном доме не поместится столько. Стыковка космического корабля практически получается у нас. Труба. Я думаю, это уют. Символ уюта, символ тепла, радости, горячих пирогов. Это просто, как говорил мой знакомый, звали его Карабас-Барабас, у него была чуть-чуть поменьше борода, чем у меня. Это просто праздник какой-то. При этом он надел в трубу, у меня нет трубы, но я буду... А, у меня есть труба, я буду дуть в трубу. Человеку для счастья нужно только одно. Его внутреннее восприятие счастья, его настроение. Если человек хочет заменить счастье количеством ботинок, можно попробовать, конечно, но не факт, что это получится. Или не факт, что это получится у каждого. А в жизни человеку не так уж много и надо. Пару рубах, пару ботинок. Общество, которое сейчас нас окружает, это общество потребления. Многие об этом говорят, и все мы понимаем, что это общество в определенный момент помогло человечеству развиться технически. Но вместе с развитием техники нужно как-то не забывать о душе. И могу сказать, что о душе в большом доме. Душе в большом доме места меньше, чем в маленьком. Я люблю животных, и поэтому я их не ем. Когда-то, когда у человека еще не было столько технических возможностей обеспечить себе пищей, человек вынужден был с ножом, копьем, с ружьем или с капканом ловить пищу. Ну, а сегодня сельское хозяйство так развито, что вполне возможно себя кормить тем, что оно дает. Ведь не могу сказать, что в мясе много силы, конечно, бесспорно. Но эта сила тяжелая и грубая. Когда моей младшей дочери было 3 года, я задал ей вопрос. Говорю: «Ника, в чем смысл жизни человека?» Она посмотрела на меня и сказала: «Папа, ты что, не понимаешь? Смысл жизни в том, чтобы жить». А в крошечном доме может быть все.
сердце, радость, жизнь. И когда ты живешь в маленьком доме, в крошечном доме, мир вокруг становится больше. Потому что ты приходишь туда спать. Если ты живешь во дворце, можно даже не выходить на улицу. Можно ходить внутри прекрасных помещений, стальных дверей, 5 рядов охраны. И даже не знать, что этот мир такой интересный. Счастье каждый человек для себя определяет самостоятельно. У меня одно счастье. У рыбака другое счастье. У художника третье счастье. У политика десятое счастье. У каждого счастье свое. Я не люблю жить на одном месте долго. Но так случается, что иногда зависаю. Вот сейчас завис в одном месте на 5 лет. Но скоро это прекратится. Я сяду вот в этот домик и хочу проехаться по дорогам. Хочу пожить в разных городах. Дом, который едет на колесах. Это же красота. Теперь я буду жить, где мне нравится. Я буду жить там, где мне будет хорошо. Где нам будет хорошо с женой. Естественно. А то вдруг она посмотрит этот фильм и скажет: а для чего это он этот дом построил? Может быть, он хочет убежать от меня вместе с этим домом. Ну вот и первая поездка. Иногда люди строят себе огромные дома, мечтая о том, что жить в этих домах станет комфортно, набив их всем, что продается сейчас в магазинах. Купить весь этот мир и засунуть в свой дом. Для того, чтобы этот весь мир принять в себя, нет необходимости его весь скупить и засунуть в свои карманы. Он и так твой. Этот мир и так твой.